Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Аниме персонажа. Ты не взял персонажа? А че у тебя такой ботский персонаж? Это ботский разве? Да. Посмотри, ФБР написано, не видел? Я расследование веду между ФБР и... Между Пупсом и Махой. Подожди! Это фри, картофель фри, ты этот продавец это картофель фри. Это фри. Добрый, скажи, что почему передает Стасу Иванову. Стасу Иванову там просит привет передать кто-то, я не знаю. Сам ты картошка, блин. Ой-ой-ой. Он Анташка. Ой, минус. Ой, минус. Кстати, против кого мы попали, я даже не заметил. Зубчик, бля. Еще где? Все хорош! Тупарактан! Зангаланга! Зангала! Гангаланга гангала! На чистый инфраэр. Трэшер тикток снимает. Трэшер, ты тиктокер, да? Немножко. Блин, я уже 2 месяца тикток ничего не снимал. А мы с ботами попали. Хватит и купить у меня 1400 подписчиков за 5. Как тебе? 50 рублей продаю. Я вообще не снимал. Как тебе? А за на нюхни. Нюхни! Ма, сам нюхни, ма, тебе удобнее. Тебе удобнее, тебе карлик. Карлик удобнее же. Ты прям на задницу ко мне доходишь до моей задницы. Сразу а почему толст? Карлик? Вчера Никуля тоже самое сказала, что Маха карлик. Он толстый. По понятиям карлик. По понятиям. По понятиям он карлик. А знаешь как Никуля Маху назвала? А. Мой чё-то маленький негрененок. Негрененок. Негрененок-то. Негрененок. Негрененок. Хорош. Зажим скилл. Бля, рандом дали, пацаны, помогайте, пожалуйста. Я дайте да я могу. Эй! Ай, голова! По голове дали. Че ты орешься? Я испугался это! Маха! Жопу закрой, по кайфу мне! Ты толстый. Я звуки достал. Ты карлик! Вот из-за этого ору. Ты толстый. Лучше быть толстым, чем карликом. Я не слышу, Аза. О, смотри, смотри, Маха, лучше иметь толстый джуджун, чем карликовый. Чем черный. А у тебя он толстый, что ли? В твой рот поместится. Перестан сказал. Снимай с него микрофон работает. Ну микрофон как будто это как его с Африки. Черный. Девочка вот здесь где-то. Где? Кто стреляет? Ничего себе. Ашулы. Где еще двое? На, ёпарь. Где они все? Я не пойму. Они пукают. А, вот он, на крыше. Да не... Как придурок. Вон, спасибо. Домой! На хату. Голубь, 2000 лайков, друзья, поставьте лайк, пожалуйста. А что ты этот, трэшер, не стримишь? Стримишь? Нет. А что снимал? Тикток? Без стрима я сегодня. Не, я не снимал. Там этот монтажер снимал, Билал. А, понял. Я только зашел. Да, болею, вообще стримить не могу. Я тоже, брат. Вчера, блядь, как умирающий. Что уже за симптомы у тебя? Я кашель, слабость. У меня горло, ангина. О, тоже самое, блядь. Горло, кашель, слабость. Да, жена заболела тоже сейчас, она у меня начинается. А я вот начал выздоравливать, потому что уколы начал делать. Уколы в попку. Да. В задницу. Уколы в попку всех лечат.
Бля, Маха, блин, на джойстике ходит. Ай, двое! Двое стоят, ждут, офигеть, крысы. А где они, внизу или наверху? У меня внизу. О. У меня еще нулевый. За контейнером нокнул одного. Я тоже, ну, я. Что? Я не вижу никого. В смысле, я же ему... Вы видели? У меня ранее прошел, я ему в упоре дал. Что, блин? Мага, ты вылетел? Что-то прыгаешь. А, он вылетел. Трэшер, знаешь Грозного СМС? Нет, это Маха играет. Спрашивает донате. А. Грозного СМС знаешь? Да. Най, братан. Думай, поздать их, бать. Подпишись на канал. Иу. Иу. Ахеха. Иу. Надо 50 звезд сделать. Чё, по факту. Сможем сегодня 50 звезд сделать? На изи, не почувствуем. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, текст, удачи и всем пока-пока.